Даня, идем там, давай. Сейчас вам второй микрофон дам. Сейчас Даня будет вам комментировать. А где ваши улыбки? Я не пойму. Такими лицами я тренировался. Дети, молодцы, вы научились делать приседания. И проходи мимо, заходите на разминку. Вот тебе новое жёсткое тело. Мария. Кристина, объясни Марисину мне. Как ваше самочувствие? Где были? Каких базах? Здесь были, да? А там были. На рукоходе были? Давай на рукоход, подъем на рукоход, ладно. Кто еще не принимал участие, приходите к нам на площадку. Молодой человек, сбору все, сидит сюда. Давай, давай. А вы не место откроете эту штуку? Ничего сложного, все лайт. А это что-то новенькое у нас. Перенести Марию называется упражнение. Мария, как ваше самочувствие? Отлично все. А вот это что это было за перенос такой? Жертвенного тела. Владик провел тренировку плечи. Ага. Может, коллегу подойдем? У него более интересный. Видите? Ничего страшного, пойдемте. Сегодня я с вами, Мария. Вот Кристине на мячик. Да, пускай там полегче. Олег, я тебе подаю нашу Марию. Сейчас она будет... Она там сделала. Она сейчас здесь. Вы не хотите попробовать? А что мы сидим? Давайте проходите к нам. Пойдем, иди сюда. У тебя пауза? А мы чего пытаем? Устали тоже. Здесь надо все пройти. Пойдем. Я все, я увольняюсь. Таня, может, ты там сделаешь что-нибудь? Я здесь, Тань. Нет? А вы чего стоите? Гарантируйтесь. Вот к Владу подойдите. Там очень интересное упражнение. Пойдем. Как тебя зовут, извини? Владимир. Владимир. Все пройдете? Ну хорошо. Вы к нам пришли позаниматься? Как вас зовут? Дима. Дмитрий. Так, с чего вам начать? Давайте. А вот, смотрите, пойдемте. Вы только-только, да, прибыли? Сейчас Влад вам объяснит, что здесь можно сделать. Очень интересное упражнение, пожалуйста. Мария, а вы чего стоите? Что осознаете? Спортивную форму свою. А там не хотите осознать? Сам спрыгиваешь, опять 5 приседаний. Туда обратно, опять по ней, 5 приседаний. Туда опять по ней, на выход. Да, опять. Давай, лицо туда, чтобы тебя было. Раз, два, три.
Владимир, я за вами. Пойдем. А вы можете посмотреть, что там делают, смотрите. Это называется рукохода плюс приседание. Влад, группа поддержки, поддержите Владимира. Фотографируйте его. Влад, я к тебе привел новую жертву. Дмитрий, правильно? Так, пойдемте, знаете, сюда. Пойдемте к Кристине, я вас отведу, познакомлю с прекрасным тренером. Пойдемте. Пока у Кристины занято, мы к Наталье подойдем. Наталья, это Дмитрий. Замучите его, пожалуйста. Если кого-то замучила жажда, можете подойти к теннисному столу и попить водички. Там есть вода, стаканчики. Если кто-то очень сильно хочет пить, пожалуйста. Во время тренировки даже рекомендуется пить воду. Пойдем со мной, Мария.